Опытные садоводы знают, посадишь огурцы голландской селекции, будешь с богатым урожаем. Садовые центры «Виктория» первыми в нашем городе завезли семена огурцов новинок известной голландской фирмы «Нунемс». Каких, расскажет Юлия Никифорова. Голландская фирма «Нунемс» уже известна магнитогорским садоводам таким огурцом-шедевром, как «Директор». Гарантированно высокий урожай, прекрасный вкус, устойчивость к болезням. Именно такие качества садоводы любят и ценят в огурчиках голландской селекции. При этом селекционеры не стоят на месте, выводят новые сорта, а, как известно, совершенству предела нет. Директор садовой фирмы «Виктория» Алексей Степанов специально к началу садово-огородного сезона 2021 привез для наших садоводов два сорта новинки – огурцы «Платина» и «Наилина», которые поразили его на выставках сельскохозяйственной продукции. Сегодня мы хотели бы представить новинки 2021 года, этого сезона. И я могу точно сказать, что в этих новинках, в огурце «Платина» и «Наилина», собрано все самое лучшее, что возможно в огурчиках голландских селекционеров. Фирма «Нунемс», конечно, постаралась и вывели на наш рынок действительно прекрасные огурцы, которые мы видели на испытательных площадках и которые себя, конечно, зарекомендовали однозначно с лучшей стороны. А на дегустациях эти огурцы дали такие превосходные результаты, и все дегустаторы, кто кушал эти огурчики, конечно, поставили все максимальные баллы. «Платина» и «Наилина» – ультраранние огурцы. Урожай можно собирать на 35-37 день после всходов. Садовод гарантированно получит огурчики идеальной аппетитной формы, без горечи, а главное – сладкие и хрустящие. Татьяна Михайловна, садовод с 16-летним опытом, вкус «Платины» и «Наилины» оценила. Вкус замечательный, огурцы прям сладкие, действительно сахаристые, замечательно хрустят. Очень приятные они, вкусовые качества отличные, будут прекрасны в любой виде переработки, соответственно, и в свежем употреблении. Вообще огурцы голландской селекции мне всегда нравились и нравятся тем, что в этих огурцах вообще никогда не присутствует горечь, отсутствуют пустоты. Они замечательны в переработке и в употреблении в свежем виде. Так что, когда появилась данная новинка, очень хочется быстрее приобрести, посадить и уже, конечно же, летом вкусить сладость эту. Садовые центры «Виктория» приглашают садоводов за новинками огурцов голландской селекции ежедневно, без выходных и перерывов, с 9 до 19 часов. Семенной сезон в разгаре. Юлия Никифорова, Виктор Исаев, телекомпания ТВН.